11 ноября – День профессиональных союзов Узбекистана. В этой связи в трудовых коллективах предприятий, организаций, а также регионах страны проводятся культурно-просветительские мероприятия и встречи. В преддверии даты представители Хорезмского кингяша Федерации профсоюзов Узбекистана ознакомились с производственным процессом и созданными условиями для работников в региональном филиале акционерного общества УЗА «Автомоторс». Трудовой коллектив Хорезмского филиала акционерного общества УЗА «Автомоторс» состоит из 3657 рабочих и служащих. Здесь в день с конвейеров сходят 480 автомобилей марки «Дамас» и «Лаба». На производстве созданы все необходимые условия для работников, и в результате совместных усилий работодателя, а также профсоюзного комитета, они постоянно улучшаются. Нуждающимся семьям оказываем материальную помощь. Предоставляем для оздоровления путевки в лечебницы страны. 20% оплачивается работникам, остальная часть – предприятиям. Все это отражено в коллективном договоре. Также дети работников направляются в летние оздоровительные лагеря. Трудовой коллектив пользуется социальным пакетом. Работники на регулярной основе поощряются. Организовываются культурные и спортивные мероприятия. В связи с 11 ноября, Днем профсоюзов Узбекистана, данный производственный объект посетили представители Хорезмского областного кингяша Федерации профсоюзов Узбекистана. Они ознакомились с производством и условиями работы. Более 50 работникам вручены подарки. Для работников созданы очень хорошие условия. Отдельное внимание уделяется также технике безопасности. Своевременно получаем заработную плату, получаем материальную помощь. Правком осуществляет эффективную деятельность в этом направлении совместно с работодателем. На праздничном мероприятии, которое состоялось в городе Ургенче, посвященное Дню профсоюзов Узбекистана, активные соотечественники, вносящие свой достойный вклад в реализацию системных реформ, направленных на обеспечение интересов человека, дальнейшее повышение благосостояния народа, отмечены почетными грамотами и памятными подарками. Для свободной и широкомасштабной работы новых профсоюзов нового Узбекистана созданы все необходимые условия, что в основе повышения ее эффективности. За истекший период текущего года на основе коллективных договоров при социальном партнерстве направлено свыше 3 миллиардов 100 миллионов сумм на обеспечение интересов работников. Для более чем 18 тысяч наших соотечественников по городам нашей республики были организованы экскурсии. В плане оздоровления работников и их семей около 2700 членов профсоюзов получили льготные путевки в санатории системы Федерации профсоюзов Узбекистана. В летних оздоровительных лагерях во время летнего сезона отдохнули около 12 тысяч детей. Также до сегодняшнего дня на основе женской тетради воспользовались необходимой поддержкой около 167 тысяч представительниц прекрасной половины. Подобными культурными мероприятиями охвачены все трудовые коллективы региона.